Кубок губернатора Санкт-Петербурга продолжает следующий поединок в категории до 65 килограмм. В синий угол ринга приглашается боец, представляющий сборную России. Встречайте! Гаджи Аджиев! Итак, второй поединок у нас, дорогие друзья. Бой весовой категории до 65,8 килограмм. И сборную России представляет 19-летний Гаджи Аджиев. 65 килограммов вес, 173 сантиметра рост, трехкратный чемпион Хантамансийского автономного округа по ММА. Серебряный призер чемпионата России по ММА и мастер спорта по смешанным боевым единоборствам. Смена рефери у нас произошла, теперь Евгений Ли у нас, соответственно, осматривает бойцов перед выходом в ринг. А в ринге уже будет играть Алексей Касаткин. И в красный угол ринга приглашается соперник, представляющий сборную Узбекистана. Встречайте, Шукурджон Рустам! Ну, а соперником Гаджи Аджиева станет представитель Республики Узбекистан Шукурджон Рустамов. Ему 26 лет, также 65 килограммов вес, 172 сантиметра рост. Он неоднократный призер чемпионата Республики Узбекистан по ММА, мастер спорта по смешанным боевым единоборствам и мастер спорта по вольной борьбе. Ну что ж, посмотрим, означает ли это, что Шукурджон будет искать счастье именно в борьбе. Или мы увидим бой в стойке. Настраивается боец, настраиваются его секунданты. 1-0 пока ведет сборная России. И у Шукурджона Рустамова есть шанс счет сравнять. Либо Гаджи Аджиев сделает преимущество сборной России еще более солидным. Уважаемые дамы и господа, представляем вашему вниманию второй поединок сегодняшнего вечера. В синем углу клетки спортсмен, представляющий сборную России. Ему 19 лет, его вес 65 килограмм, его рост 173 сантиметра. Трехкратный чемпион КМАО по ММА. Серебряный призер чемпионата России по ММА. Мастер спорта по ММА. Встречайте, Гаджи Аджиев! Его соперник в красном углу ринга, неоднократный призер чемпионата Узбекистана по ММА, мастер спорта по ММА, мастер спорта по вольной борьбе. Ему 26 лет, его вес 65 килограмм, рост 172 сантиметра. Представляет сборную Узбекистан. Встречайте, Шукурджон Рустамов! Рефери в ринге Алексей Касаткин. Бойцы на середину! Итак, ждет нас второй поединок. Гаджи Аджиев, сборная России против Шукурджона Рустамова, Узбекистан. Бой! Начинается поединок. Первый раунд. Сразу идет в атаку Гаджи. Потихонечку поджимает, подбирается к своему оппоненту. Шукурджон кружит вокруг него. Лоу-кик. Джеб. Хорошая попытка удара с вертушки. Но опять же, удар одиночный. Не спрятанный никуда. Ни в какую комбинацию. И, конечно же, Аджиев его видел. Первая попытка была клинча перевести в борьбу. Но Аджиев легко пресек эту историю. И вот у нас идет обмен ударами. Снова клинч. Так, и Рустамов идет в борьбу. Посмотрим. Все-таки мастер спорта по вольной. Это очень высокое звание, высокий уровень, высочайший уровень. Посмотрим, сможет ли Гаджи Аджиев ему противостоять. Постоянно ищет возможности для атаки Шукурджон. Аджиев хорошо держит баланс.
Крестом разворачивает. Пытается. Упорно так прихватить одну ногу. Ну, а Джей все прекрасно понимает. Секунданты все в бою, постоянные подсказки из обоих углов, что делать, как улучшить позицию, как свалить оппонента, мы слышим. Все на одной ошибке высока, когда дерутся два настоящих мастера. Удалось Аджиеву повернуть своего оппонента к канатам, но тут же Шукуржон ситуацию развернул в свою сторону. И ищет он возможности все-таки зацепить ногу своего оппонента, перевести бой в партер. Пока что так 2 минуты у нас миновали в этой бою до острой борьбе. Никому не удается получить преимущество. Удар коленом. Еще один удар коленом в корпус. Тридцать секунд остается до конца первого раунда. В атаке у нас Шукуржон Рустамов. Гаджиаджиев старается устоять. Ему нельзя отдавать концовку ни в коем случае. Нельзя вот этот тейкдаун дать провести. Десять секунд, концовочка. Хорош, молодец, отлично. Хорошо. О, контроль, Вашингли. Молодец. Первый раунд завершен. В атаке был Шукуржон Рустамов. И думается мне, что хоть и таких явных каких-то активных действий не было, которые на записки судьи попадают, но то, что он постоянно атаковал, то, что он наносил множество этих ударов коленями, постоянно пытался лучше позицию, я думаю, что первый раунд он забрал. Ну вот вы слышали, что подсказывает нас тренерский штаб сборной России. Посмотрим, сумеет ли сейчас Гаджиаджиев найти ключи вот к этой вот тактике Шукуржона Рустамова. Итак, сейчас нас ждет второй раунд. Гаджиаджиев, сборная России. Синий угол, Шукуржон Рустамов. Республика Узбекистан, красный угол. Хороший два удара Гаджиаджиев. Но тоже шикарный проход в ноги за Шукуржона Рустамову. Переводит он своего соперника в партер. Удается Гаджиев закрыть его в гарде. Но зажимает сейчас Рустамов его в угол. Наносит несколько ударов. Мы видим, что контроль Шукуржона сопровождается постоянно этим градом ударов, прям насыпает буквально. Буквально насыпает Шукуржон. Постоянно он прессингует своего оппонента. Не дает ему буквально там продохнуть. И Аджиеву сейчас нужно, конечно, что-то сделать, как-то вырваться из этой ситуации. Но Шукуржон мастер спорта по вольной борьбе. Контроль у него абсолютно шикарный, при этом он постоянно находится в атаке. Постоянная активность, постоянное давление на соперника. Ни секунды продыху. Пытается там гильотину сейчас Аджиев найти, но вот теряет он гард из-за этого. Пытался сейчас Гаджи вырваться, отдал спину. Встать ему надо, очень тяжело. Но Шукуржон старается не допустить этого события. Удается Аджиеву потихоньку, помаленьку, буквально там сантиметр за сантиметром встать. Шукуржон
как бульдог в него вцепился мертвой хватки, таскает его буквально, забирает спину. Гаджи кувырком пытался вырваться, но ноги не удалось из захвата убрать, и поэтому снова фиксирует его Шукуржон. Очень упорный поединок мы с вами наблюдаем. Аджиев молодец, что не залеживается, что старается постоянно он вырваться. Но Шукуржон большой мастер. Контроль, конечно, с его стороны просто великолепный. Бьет по бедрам сопернику, пытается отбить его мышцы. Это ежесекундно идет тут постоянная атака на соперника со стороны Шукуржона Рустамова. И я думаю, что и второй раунд он тоже уверенно забирает. Это значит, что сейчас Гаджиеву и его тренерам надо будет придумать что-то очень прям кардинально другое, если они хотят выиграть этот поединок. А выиграть его теперь можно только досрочно. Но борцу прямо стоять нельзя. Борец сразу пройдет на удар, он всегда проходит. Надо влево и вправо постоянно закручивать и бить. Понял? Ты прямо перед ним стоишь, он проходит тебе ноги. Тебе надо его закручивать и бить. Закручивать и бить. Видимо, лучшие моменты второго раунда у нас. И тут гораздо быстрее удалось Шукуржону перевести своего оппонента. То есть то, что не удалось в первом раунде, он сделал. Это был тейкдаун, а дальше уже шел тотальный контроль с постоянными атакующими действиями. Ну что ж, посмотрим, удастся ли Гаджиеву переломить ход этого поединка, либо счет у нас станет 1-1. Бой! Пытался с удара сразу Джейф начать бой, но ждал этого Шукуржон, прошел он в ноги, клинч, зажал своего соперника в углу. Ну вот этот рисунок мы видели в первом и втором раунде, только во втором раунде Шукуржону удалось очень быстро сделать тейкдаун. Аджиеву нужно выворачиваться, нужно прямо пытаться развернуть своего оппонента. Но, конечно, говорю, мастер спорта по вольной борьбе, это о многом говорит. Слышим, как Даурбек Исаков постоянно подсказывает Шукуржону Рустамову, что делать. И тот все услышит, он пробивает постоянно бедро, колено своему оппоненту. Вот вынужден даже Аджиев был сейчас подвернуться, потому что чувствительные удары. Конечно, в итоге это и к травме может привести. Старается устоять сейчас у нас Гаджи Аджиев. Вот так, хорошо. Удержаться. Но вот раз за разом эти мощнейшие удары коленями Шукуржона Рустамова очень болезненные, чувствительные, достигают цели. Пытается сорвать захват Аджиев. И попадается на контрбросок. Удается Шукуржону перевести таки все-таки Джаджиева в партер. И Джаджиеву удается вырваться. Идет он сразу в атаку, бьет коленом. Но Шукуржон схватает его за ногу. Все абсолютно правильно сейчас сделал Аджиев. Это единственный был его шанс именно так с прыжка попытаться поймать соперника на проходе. Это ему почти удалось. Но Рустамов устоял. Устоял, и сейчас опять идет бой в том ключе, в котором ему нужно. Постоянное вот это давление, атака, прессинг по всем фронтам. И такие удары разрешены в смешанных единоборствах. Потом постоянная активность стороны Шукуржона Рустамова. 30 секунд. Если чудо не случится, то счет у нас станет, дорогие друзья, 1-1. И тем интереснее будет смотреть дальнейшие поединки. Ну что ж, еще один тейкдаун удается Шукуржону. Но
наносит несколько ударов в лицо Гаджи. Тот старается вырваться. Очень мужественно он выдерживает все эти атаки. Молодой спортсмен, 19 лет всего. Ну что ж, и какой бросок. Но это, дорогие друзья, не точка. Это прямо восклицательный знак в этом поединке ставит Шукурджон Рустамов. Шикарный амплитудный бросок. Ну, Гаджи Аджиеву не нужно расстраиваться. Молодой боец, у него все еще впереди. А опыт, опыт схватки с таким матерым, матерым вот бойцом, это, конечно, бесценно. Я думаю, что главное не расстраиваться, главное делать выводы. Ну, а Шукурджон Рустамов большой молодец. Классная борцовская техника. Агрессия. Я думаю, что сейчас мы услышим, что счет стал у нас 1-1. И поэтому тем интереснее будут последующие поединки. Поскольку ничего еще не ясно в этом командном противостоянии. Дамы и господа, давайте подарим аплодисменты двум спортсменам. В этом поединке победу единогласным решением судейства победу одержал боец из красного угла Шукурджон Рустамов. Поздравляем Шукурджона Рустамова, сборную Республики Узбекистан. Счет 1-1. И ждем следующего боя.